Баков в центре. Глинкин слева, Никитин на синей линии. Баков, Никитин. Налево, в касание, бросок. 4-1, трактор. Хорошая комбинация. И вновь реализовано большинство. Удален был Даугавинч. Потом еще были проблемы с выводом шайбы из зоны. Трактор этим воспользовался, причем воспользовался спокойно. Вывели на бросок. Никого иного, как Антона Глинкина. И тот забил. Даже интересно сейчас, можно посмотреть, да, прям онлайн. По броскам во втором периоде. И да, трактор еще ни разу не бросил. Это первый бросок, и Антон Глинкин забивает.